вас на нашем канале «Сундучок сокровищ». Приветствую всех подписчиков и всех, кто нас смотрит сегодня. Я хочу приготовить бананы сушеные, ну или правильнее будет сказать вяленые. То есть, потому что делают из бананов, сушат их, режут, делают с них как бы чипсы. Но я хочу сделать именно вяленый банан. Для этого нам надо бананы и сушка. Сушка, которую я пользуюсь, суша грибы. То есть вы уже ее видели у меня на канале, когда я сушил грибы. Что я хочу сейчас сделать? В магазине была хорошая акция, мы взяли бананы, и бананов много, поэтому я хочу их перебрать. Хорошие бананы, которые еще могут полежать, они полежат, а бананы, вот, которые вот уже как бы слегонца потемнели, вот такие, я их сейчас сниму шкурку и буду укладывать на решетку. Первый лоток у меня готов. Укладываем второй. Если у вас много банана и вы имеете желание сохранить, ну, чтобы полежал подольше, чтобы можно было полакомиться вяленым бананом, то вот этот способ один из хороших способов, чтобы можно было сохранить банан. И он вкуснее, он когда подсыхает, лишняя как бы влага от него уходит, сахароза как бы концентрируется, и они получаются сладче. Так, чтобы они не соприкасались. Ну, я вам скажу так, что вот они еще усохнут, и места тут будет еще много. Накрываем. Прошло всего лишь часа 4. Это уже такой процесс. Я думаю, что к завтрашнему утру они уже окончательно подсохнут. Получится у меня такие бананчики вяленые. Так, ну вот. Бананчики вялятся. Уже приобретают свой вид. Мы еще будем их держать. Еще недостаточно они провялились. Я добавил новых бананов, положил их специально на верхний лоток, вот пока нижние у меня досушивались, то получается как бы верхние за это время подсохли. Я буду еще добавлять, потому что еще вот с той партии всех моих бананов еще остались бананы, которые я хочу все-таки досушить. Значит, мы уже их попробовали. Нам очень-очень-очень понравились. На самом деле вкусный сухофрукт, насыщенный. Видите, прямо как сахароза. Вот давайте я покажу те, которые уже подсохли. Значит, мы их теперь поменяем местами. Потому что сейчас я эти буду выкладывать. Видите, смотрите, вот сахароза прямо аж выступает. Прямо аж видно кристаллики сахара. Природно. Сахар я не добавлял, это все, что вот они подсохли, сейчас они еще как бы тепленькие. Вот такая красота, друзья, смотрите, просто очень прекрасные вяленые бананчики.
Они просто превосходные. Моя дочь сказала, что они, ой, папа, они как финики. Сладкие. Они в самом деле, концентрация их, концентрация сахара увеличивается за счет того, что влага с них уходит. Смотрите, какой прекрасный. Смотрите, аж видно. Медовые, медовые. Сейчас я их положу в холодильничек, они остынут. Будут вообще вялеными, хорошими бананчиками. В общем, на этом свое видео я заканчиваю. Вот смотрите, такое прекрасное зрелище. Очень вкусное. Пользуйтесь сушками. Я ее пользуюсь для сушки грибов, для сушки фруктов. Также мясо вялил, рыбу сушил, тоже вялил. Замечательная вещь. Все. Сейчас добавлю еще остаток бананов. И с бананами у меня все. Вот получается, сейчас эти оставляю внизу, а более свежие положу сверху. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте, ребята, лайки. Подписывайтесь на наш канал, отмечайте колокольчик, чтобы не пропустить наши видео, потому что мы дальше будем делиться теми вещами, которые мы делаем у себя дома. Всего хорошего, пока-пока!